это один из пунктов реабилитации России в глазах Запада, в хорошем смысле этого слова. Ходят слухи, конечно, что вот покупали мы голоса островных государств всяких разных. Ну, это касаемо этого форума в Екатеринбурге в 2020 году. Видимо, и в Сочи то же самое произошло. Как мы помним, Путин сам туда приезжал, куда-то в Латинскую Америку он там ездил, вот, агитировал. Затраты, конечно, неимоверные, но другого пути у нас нет. Мы должны показать, что мы очень сильный представитель мировой общественности. Да, приходится покупать. Но мне кажется, эти затраты оправданы, оправдаются в будущем. Мы провели вот универсиаду, сейчас проводим олимпиаду, потом, значит, экономически вот этот вот весь сыр-бор в Екатеринбурге в 2020 году. У нас есть деньги, и деньги большие. Нам Бог дал такие ресурсы, да, за которые мы, можно сказать, немножечко расплачиваемся атрофированием, так сказать, многих наших отраслей, в том числе и сельского хозяйства. Но давайте смотреть правде в глаза. Мы вкладываем в себя, в свое будущее, в будущее своей страны, в ее имидж. И правильно, что там объявили 12 миллиардов долларов, уже за 60, по-моему, там. Но зато у нас будет самая лучшая в мире олимпиада. И все об этом узнают и будут нас за это любить.